Дождь сегодня никого не смутил. Для многих из тех, кто отправляется служить, он стал добрым знаком. Нормально, мне говорят, к счастью, что ж дождик пошел, и радостно будет. Наоборот, легкой службы, да, ну, легкой же службе. Погода не мешает, так все хорошо. Танцы с флагами, настроение провожающих и самих призывников отличное, но уже у самых ворот льются слезы и звучат напутственные слова. Достойно отслужить, чтобы мы гордились. Ну, всего хорошего. Сегодня в ряды вооруженных сил отправились 16 молодых ребят. Служить они будут преимущественно в Центральном военном округе. Всего в эту призывную кампанию из Нижнекамска служить отправится около 300 ребят. Все ребята идут с желанием. Вот, наверное, сказался предыдущий праздник Победы. Вот, ребята сегодня все вдохновленные. Вот, наверное, и дома были какие-то беседы домашние за семейным столом. Даже у такой погоды есть свои плюсы. Отправки в дождливые дни проходят быстро, тихо и мирно. Алмаз Кашаев, Фарфай Ракипов, новости НТР.